Настоящий спортивный праздник устроили в лицее номер один. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и назвали «Со спортом растем». Ведь организовано выступление специально для маленьких нахабинцев. Основной возраст у нас до 10 лет. Это начальная школа нашего лицея. Родители, которые сегодня пришли к нам на праздник, это родители самых маленьких наших участников, дошколят. Они, естественно, пришли поддержать малышей, которые впервые выступают на подобном мероприятии. Поскольку у нас, при нашем лицее, есть еще дошкольное учреждение, ребята тоже хотят быть частью нашей большой семьи. Перед гостями выступили начинающие гимнастки. Грациозных юных спортсменок на ковре сменили представители боевых искусств – карате, джиу-джитсу и, конечно, самбо. Приемы этого единоборства демонстрировала в том числе и воспитанница клуба профессора Глориозова Ирина Мухамедова, которая первый год следует по спортивным стопам старшего брата Эдуарда. Мы живем давно уже в Нахабино и как бы часто проезжали мимо клуба и как бы приглянулся нам клуб. Пришли на первую проверочную тренировочку и сразу же нас приняли с первого же дня. С 5-летнего возраста вот у нас Эдуард пришел. Мне очень понравилось. Первый раз было сложно, а сейчас легко. Поддержали воспитанников клуба не только зрители, но и его руководитель Виктор Таратун. Он также выступил с приветствием и напутствием для ребят, только стартовавших на дистанции, имя которой – спортивная карьера. Успехов в этом начинании мальчишкам, девчонкам, а также их родителям пожелал Андрей Ефремов, президент Федерации спортивно-тактических игр, который помогла с организацией праздника в лицее.